Утрало потом влияет на игру, нужно ли перерабатывать или вывести с игры. Я считаю, что нужно, да, перерабатывать. Ну, я не знаю, как это отразится на компах, на количество людей, но мне кажется, держаться за людей, которые не в состоянии улучшить свой комп, ну, хотя бы немножко, да, то есть переступить эту грань, и поэтому игра должна оставаться на том уровне и не развиваться, это глупо. То есть, да, у Литки есть статка, я даже ее слышал косвенно, что 70-75% игроков играют ниже средних. Не потому что они, ну, вообще все потому что играют так, а многие из этого числа еще большинство играют только потому что они, ну, это предел их возможностей, а не потому что им так нравится. Просто сейчас мне не нравится то, что огромная разница между настройками графики. То есть вот если я сейчас включу максималки и буду играть на средних, то тип меня увидит на средних, а я его не увижу на максималках. В РБ вообще никогда в жизни. В аркаде это сильно влияет на игру, а в РБ это прям, ну, колоссально меняет геймплей. Я всегда привожу в пример пески Синая, на которых есть песчаная буря, которой нет на средних и ниже. И тип тебя видит за 1,5 километра, а ты его нет. На халяву кину. А у тебя видимость метров так... Nice bite. У тебя видимость метров... Ну, 30-50. Поэтому о какой соревновательности или какой-то там... Интересности геймплея, там, на результат, на результативность вообще может идти речь. Если просто ты не видишь противника, он тебя видит. Не очень прикольно получать из молока. Убил типа на пазике, он взял пантеру. Надеюсь, он стоковый догорит. Даже тигра взял. Арту накидывать, ну, дайте разыграть в поле человечка. Борзеет мужчина. Мастер позволяет. Никто его не отвлекает. Все, у него фокус. И фокус это не цирковой. Тут чисто лакич. Так, это 9-11 очков. Очки заканчиваются. Я им точку опять не позволяю забрать. Хреново. И там еще и суперпер стоит, которого я на гусеницу, по всей видимости, поставил. У
Мне опять не хватает времени. Потому что везде превосходство. Ну, сейчас я должен успевать. Делаю 2 килла или еще нормально будет. Гусеница, понимаю. А может вы сами выйдете на меня, бортом? Задаю реквест. Все, пора лететь. Пак стоит стволом, подсвечивает. Они летают. Я, скорее всего, умру. С большущей вероятностью во время своего полета. Успел выстрелить, но мне никто не помешает зато. Полетела бомба. Падает она, конечно, в воду. Падает 2000 фунтов. Блин, они до сих пор не сделали модельку какую-нибудь. Ну, просто обычную модельку какой-нибудь здоровой балыбы. Ля! Ля! Тупо Новороссийск сдуло. Не, ну новый эффект взрыва нормальный. Это не то, что на фоне там у тебя за табом где-то бахнуло. Это прикольно. Это прям нормально. Это лайкос. Как мне, так и улиткам. За такое.